Всем привет! Меня зовут Владик. Я хочу давно вас познакомить со своим старым другом. Он настоящий волшебник. Ну, может, и не волшебник, но фокусы у него самые настоящие. А где я ему фотки покажу? Это мы с Юком, это мы на улице играемся, а это мы дома, пошли чаепитие. А это он у меня в комнате. Злата, привет! Майк, привет! Ребят, вы это видели? Майк, ты как всегда. Злата, как у тебя дела? Все супер, а как у тебя? А что мы сегодня будем делать? Сегодня я буду учить тебя крутым фокусом. Правда, я очень устал с дороги, может быть, ты угостишь меня чаем? Пойдем пересядем за стол, там будет кухня и печенюшки. Миш, какие ты фокусы будешь показывать? Не торопись, давай сначала попьем чайку. Давай. Такой чай мы будем пить с тобой очень долго. Какие способы ты знаешь остудить чай? Не знаю. Раньше, чтобы остудить чай, приходилось добавить 2 стакана, чтобы воздух остужал наш чай. И пока он льется по воздуху, он остывает. Да, холодный. Может, просто добавить лед? Это, конечно, очень крутая идея, но лед убирает все вкусовые качества чая, и чай становится невкусным. Поэтому я предпочитаю пить чай. Как ты это сделал? Без льда. Как? Злата, а кроме твоей собаки, с которой мы гуляли, у тебя еще есть животные? Да. Какие? Морская свинка, цветочек. Цветочек? Да. Скажи мне, а какое бы ты еще хотела себе домашнее животное? Рыбку. Рыбку? Да. Отлично, так, держи. Ты что, умеешь рисовать? Кругляшок сможешь сделать? Да. Рисуй кругляшочек. Красивая? Да. Такую ты рыбку хочешь? Да. Давай попробуем представить ее. Давай. Как она появляется у тебя? Ничего себе! Нравится? Да. Она твоя. Привет, рыба. Как у тебя дела? Я тебя буду называть Огонек. А ну плавай давай. Ребят, вы это видели? Миша превратил из бумажки настоящую рыбку. Это прям магия. Спасибо. Не за что, давай пять. Я тоже умею показывать один фокус. Он очень интересный. Но мне нужны карты. Вот эти? Да. Ну, показывай. Скажи стоп, когда захочешь. Стоп. Вот эта карта. Покажи карту всем, но мне не показывай. Ребята, вы заполнили карту? Не подглядывай. Положи сюда, в серединку. Миша, перемешай, как умеешь. Вау! А изо рта сможешь? Ну что, так пойдет? Да. Вот эта карта? Нет. Блин. Вот эта карта? Тоже нет. Вот эта карта? Близко, но нет. Ё-моё. Вот эта карта? Не-а. Как же тяжело стать фокусником. А ты как хотела? А вот так! Ну что ты наделала? Теперь придется все убирать. Миша, посмотри, это твоя карта? Это же моя карта. Ничего себе, Злата, вот это ты удивила. Тебе понравился фокус? Очень. Тогда прибирайся. Злата, а ты что, не знала, что настоящие волшебники сами за собой всегда прибирают свой реквизит? Хорошо, я приберусь. Ну, ты придешь еще раз и покажешь новые фокусы. Ребята, если это видео наберет 5000 лайков, то Миша приедет ко мне еще раз и покажет новые фокусы. Да, Миша? Да, но если это видео наберет 10000 лайков, то мы поедем с тобой в город и будем удивлять обычных прохожих. Круто! И подписывайтесь на мой канал. Впереди будет много интересного. Кстати, в описании к видео оставлю ссылку на инстаграм Миши и на страничку ВКонтакте. Обязательно посмотрите. Там много крутых фокусов. Ну все, ребят, пока. Пока, ребята. Миша, давай сидим. Давай.